12 часов и 5 минут в Кирове. Добрый день, это программа «Культ Поход». Все верно, вы не ослышались. Сегодня пятница, 10 февраля, и мы начинаем прямо сейчас. Вас приветствую традиционно Светлана Дождевых. И Владимир Сметанин. Тянется за стаканом воды, Светлана, да. Да, нужно настроиться на плодотворную работу. Сегодня у нас интересная тема, чтобы добавить такой таинственности, да, в наш сегодняшний разговор. Хочется мне сказать, что 10 февраля сегодня в народном календаре день называется «Кудесы». В старину наши предки в этот день угощали домовых, оставляли за печкой горшочек с кашей, чтобы задобрить домового, чтобы он не шалил, не мешал хозяевам жить, трудиться, работать. Сегодня у нас интересное путешествие. В культпоходе отправимся, как это не звучит так не трагично, в подземелье мы сегодня, видимо, отправимся. Да. Новость, облетевшая прям все СМИ, все информационные площадки в феврале в нашем городе о том, что найден некий подземный ход. Пока туда, видимо, никого не пускают. И приходится верить. Сейчас все узнаем. Да, и приходится верить. И приходится верить, пока на слово людям, да, что они нашли этот подземный ход. Нет, на самом деле уже видео там сняты, да. Фотографий очень много. И вот непосредственно люди, которые обнаружили и там уже побывали, сегодня у нас в гостях. Сейчас Светлана их представит. Да, все верно. Сегодня у нас в гостях управляющая имущественным комплексом Крин Елена Конышева. Здравствуйте. Добрый день. И экскурсовод, городской активист Ксения Логинова. Всем здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, подземные ходы в Кирове есть. Вот так называется пост, размещенный в группе ВКонтакте. Да, Крина. Наделавший очень много шума. Да, очень много шума. Я видел сюжет, коллеги с девятки, да, снимали. Светлана там комментировала эти вещи. Как-то мне показалось скептически, да, Светлана? Нет, по я этому все поводу сказала, нет? Все хорошо. Я как-то набегу на лету я, посмотрел. Я начинала, да, как раз свой комментарий с того, что я сейчас постараюсь всех примирить. Да, что, ну, потому что как-то очень активно стали реагировать на этот пост, и было очень много, да, у вас там несколько тысяч было просмотров, и причем, ну, так, 50 на 50 были негативные и положительные. Да, 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 как-то отзывы. Серединки даже не было, либо большой плюс, либо минус. Вот, поэтому я и хотела сказать, что это в любом случае, то есть несмотря на то, что там, там ход, не ход, да, это интересная находка, это очень интересное открытие в нашем городе. У нас не так много, может быть, что-то случается там уже открытого, ну, что мы открываем вновь, находим, обнаруживаем, поэтому в любом случае это очень интересно, поэтому я и настояла, чтобы сегодня вы были нашими гостями. В чем суть-то там дискуссии? Одни верят, другие не верят простым языком или что? Да, там, кто-то да? говорит, что мы это все выдумываем, фотки качаем с интернета, и для этого даже пришли представители средств массовой информации, и мне пришлось им показать, хотя там не совсем удобно, тепло, влажно, темно, но кое-кто пролез. Угу. Давайте определимся с местом, где непосредственно это все найдено, обнаружено. Лофт пространства Крин, здание, бывшее здание Вятского казенного винного склада. Мы нашли два таких хода. Один мы нашли еще в 2021 году, когда прокладывали коммуникации. А этот мы нашли недавно, который вместе с колодцем, который, когда нас затопило КТК кипятком. То есть нет худа без добра. То есть у вас коммунальная там авария произошла, да, и да, вам да. пришлось и нам пришлось погружаться? Вообще погружаться в прямом переносном смысле, потому что там была стена, и мы ее начали ковырять, чтобы понять, откуда течет. КТК нам сказали, это ваши проблемы, мы не знаем, откуда вода. А оказалось, что идут какие-то полости, вот эти трубы, не трубы, я сейчас даже боюсь уже формулировку какую-то ошибиться в формулировке. И мы нашли, дальше мы еще дальше пошли копать, и вот уже нам начали открываться какие-то неизведанные ходы. Угу. То есть какая-то пустота, темнота, да, и неизвестность. Да, пустота, темнота, но вами. Свет мы туда провели. Да, напомним, что строительство этого здания относится еще к самому началу 20 века, 1901 год, если не ошибаюсь. Это сдали его. Это его сдали, да, в прошлом, начинали, в позапрошлом веке начали устроить. Начали строить, то есть этим конструкциям на настоящий момент не менее 122 лет. 122 лет. Вот так вот. Итак, вы начали продвигаться, исследовать, и что вы увидели там? Ну, мы провели свет, стало светло. Мы 10-11 метров прошли, там он очень узкий, неудобный, потому что его надо копать, но мы обнаружили колодец, который, по нашим данным, мы не историки, он старше, чем здание винного склада, потому что совершенно другие использованы кирпичи и камни.
в нем. Мы считаем, что этот колодец был раньше. Ну вот фотографии есть уже в группе ВКонтакте, верхушка этого колодца видна. Да, верхушка, вот мы его будем копать, но это будем делать уже летом. А известно, что находилось на месте казенного винного склада до его строительства? Нам неизвестно, мы еще только-только начинаем вот это все постигать. Хорошо, узнаем. Обязательно посмотрим. Колодец-то он этот, он забит землей, да? Да, там вообще все было забито землей. Вот это все, что мы откопали, если вы видите на фотографиях, там сотни мешков, которые надо вытаскивать. Это все было забито землей и еще пополам перемешано с кипятком. С какими вообще страх-то был? Туда продвигаться, туда идти, было, не знаю. Ощущение, что сейчас увидишь какие-нибудь человеческие скелеты, не знаю, свисающих, свисающих с потолка летучих мышей. Это же всегда интересно. Наверное, это запрещено было, наверное, по технике безопасности, да, но... Ну, а что нам делать? Мы же просто эксплуатируем здание. Вот, есть ли какие-то сейчас уже планы в отношении этих подземных сооружений? Я на всякий случай не использую слово ход, чтобы не вызвать тоже. В процессе выяснится, ход ли это или не ход. Да, потому что ход от слова ходить. То есть это какое-то сооружение, предназначенное для того, чтобы по нему ходить. Вот это, наверное, пока еще не совсем ясно. Ну, это тогда лаз. Лаз какой-то, чтобы лазить. Можно пролезть. Канал. Подземный. Да. Вот. Ну, то есть пока его функция до конца не выяснена, но все-таки есть ли шансы, что из этого можно сделать объект показа? Это уже сейчас является объектом показа. Вот подземный лаз, который мы назовем, он, наверное, метр всего в ширину, 10 метров, может, да? В высоту. Мы его показываем на экскурсиях. То есть вот когда заходим в подземный этаж, мы его демонстрируем. И здесь ты уже ходишь по тонкому льду, да, разговаривая о предмете. То есть откуда эта вещь появилась, для чего она нужна. И обычно я все это выношу на публику, да, то есть вопрос оставляю открытым. Очень часто приходят, обычно на экскурсии ходят девушки, но иногда они приходят со своими там молодыми людьми. И среди них часто бывают инженеры, строители. Мы вот с ними начинаем рассуждать, что это может быть, например, приямок, что-то из дренажа. И действительно, вот в такой дискуссии мы все больше и больше подходим к тому, чтобы сказать, а чем действительно являлись эти вот подземные сооружения. Может быть, по ним шли какие-то коммуникации, а может быть, по ним ничего не шло. И действительно, вопросов больше, чем ответов, но увидеть это своими глазами, да, приоткрыть вот эту дверцу, это действительно всегда, даже для меня, я уже много раз это видела, всегда очень-очень интересно, что там, да, что за подземный лаз. Из самых необычных, может быть, версии теории, услышанных от гостей. Самая распространенная версия, которая ходит, так сказать, для чего мог использоваться этот подземный лаз, например, для транспортировки бочек. Потому что он имеет уклон, как у вас написано. Затем тема настолько интересная, что мы дома постоянно это обсуждаем, когда приходят гости, мы такие вы думаете, что это обсуждается только в СМИ? Мы это обсуждаем везде, на кухне, на улице, нам это интересно, мы хотим докопаться до истины. Мы думаем, так, бочка катится, а если она застряла? А как на том конце? Видимо, должен сопровождать человек. И он должен ползти. Да, это же так, пробка из бочек возникнет. Очень много... Нет, там же бочки небольшие, Ксения. Они же не такие, и смотрите, и размеры этого лаза, как мы его называем, там примерно метр на метр. Наверняка это делалось под какие-то конкретные цели. 500 метров она катится такая, застряла там где-нибудь. Интересно, с той стороны стоят и ждут. Интересно? Нет, все имеет возможность. Это нужно рассуждать, это нужно просить планы, искать, еще раз исследовать, обратиться к тому же железно. Да? Мы знаем, что этот подземный лаз ведет под парковку и упирается в дом. В жилой дом. То есть все, он закончился. Залили его бетоном. Они его залили. То есть вполне возможно, они при строительных работах, они видели, да? Они его видели. Соответственно, нужно допросить. Я как это люблю, когда у нас строители, при строительстве дома находят какие-то интересные вещи и проходят мимо этого факта, не обращаясь к археологической лаборатории, которая есть в нашем университете. Они обязаны, по идее, это делать. То есть если какая-то, особенно в исторической части города, когда строится какое-то здание, должны получать разрешение от археологической лаборатории, которая единственная только во всей области в нашем университете, и потом уже как-то, мне кажется, решать в отношении этих зданий. Потому что я знаю, что в нашем ботаническом саду, например, находили фундамент дома Истомина, основателя сада. Ботанического сада. В общем-то, тоже его благополучно обратно закрыли. Вот, и...
Сейчас, к счастью, его вот при корчевании кустов достаточно глубоко их там, да, вновь его открыли, его обнаружили. Но нужны специалисты по кирпичу. Есть ли у нас такие специалисты, которые по кирпичу, по размеру, по виду могут определить там... Датировать, да? Датировать, да. Вот тот же колодец, например, который вы считаете, что он старше. Я думаю, в принципе, можно исследовать, если найти какие-то обозначения. Гораздо проще в соседних условных губерниях, там, в Нижнем, в Казани, где клеймо стоит, и ты хоть как-то можешь узнать. А здесь, когда почти кустарно везде на каждом углу были вот маленькие заводы по изготовлению кирпича, сделать это сложнее намного, да, то есть датировать можно, но тоже с какой-то погрешностью. То есть это все тоже такое исследование, и тем интереснее, что там будет дальше. В процессе обследования этого пространства, этого подземного, вы ходили, смотрели, что там, может быть, какие-то артефакты удалось обнаружить, вот, старинные какие-то вещи? Ну, мы обнаружили часть бутылочек таких маленьких, небольших, примерно к тому же времени, к основанию этого здания, которое принадлежит. Шкалики. Шкалики, да. Ну как же, бывший винный склад, как же без них? Может быть, какой-то маленький уголочек музейный у вас уже сформируется, связанный с историей этого здания, и там вот эти все артефакты, которые он будут обнаружены. Он уже сформирован, есть, да. Конечно. Да, для конечно. Светланы там есть прекрасный, получается, слепок, где написано плитка Метлахска-Ушакова, Вятская губерния, сделали ребята, отлили, и вот теперь огромный камень такой вот с этим слепком стоит. Да. То есть очень много экспонатов Елены, ее командой сохраняется, и каждый раз, когда ты приходишь, ты уже просто стоя у этих двух стен, можешь час там стоять, и у тебя экскурсия уже растягивается. То есть чем дальше мы заходим, тем больше информации обрастает это здание, вот тем интереснее. Вот туда бочонок, кстати, повесили, вот этот вот натуральный. Да, бочонок? Который, бочонок, да, ну, вот, в который раньше разливали. Да, именно. Вот. То есть примерно стандартная тара была где-то деревянный бочонок, 5 литров. И развивали два вида вина. Казённая столовая. Ясно, да. И если вот эти бочонки-то кидать, они не застряли бы в таком большом ходу. А вопрос, вот тут дискуссия хорошая, есть свидетельство, у нас, мы же все знаем прекрасную историю, у нас она всплывает 11 ноября, о пивном озере, да? Да, а вот этом легендарной вот этой волне винных погромов, которая была по всей Российской империи, и что по свидетельствам людей сливались по некому, получается, по некой трубе спирт, ну, вот это вино. И у меня такой вопрос, если была труба, зачем ход, по которому бочки отправлять? Ну, в общем... Нам сказали, вот мы нашли два хода. Немножко поближе. Мы нашли два хода. Один ход для бочек, второй, в который сливали спирт. Потому что тот, который для бочек, он был якобы закрыт в это время. Вот когда началась вся шумиха вот эта революционная, там его начали вдруг блочить. Вдруг его где-то могли перехватить. Да, его начали блочить. Ну, потому что по нему действительно да, могли это тоже его использовать. Мне, это тоже как... мне все жители говорили. Вот там вот это только столько комментариев, а сколько в личку еще там написали мне. А вот та труба, которую сейчас мы обнаружили, бетонная, вот по ней точно сливали спирт. Точно. Даже схема есть такая. И вот это исторический факт, который не требует доказательств. У меня такое ощущение сейчас создается, что я присутствую на какой-то научной конференции, да, тут собрались специалисты, один другому доказывают. Да, я тут воспользовалась тем, что, да, ведущая этой программы и увлечена этой темой, и, конечно, захотелось расспросить. Хочется задать один, наверное, из главных вопросов, да, с точки зрения наших слушателей. Вот мы сейчас так увлекательно об этом беседуем, но вот своими-то глазами уже есть возможность, да, это посмотреть? У меня, да. На экскурсии, да. Нет, для желающих. Людей, нет. Да. И что для этого нужно сделать? Для этого нужно провести очень большие работы. Во-первых, очистить вход. Во-вторых, укрепить. В-третьих, Светлана расскажет, что еще для этого нужно. Что нужно, не знаю. Ну, получить, видимо, какие-то разрешительные документы, что это безопасно, что там ничего не упадет на голову. Этот вход должен быть, потому что Ксения Андреевна водит регулярные экскурсии на Крин, она знает, какие есть ошалелые туристы. Они могут пролезть куда они угодно. Они могут пролезть куда угодно, и за ними глаз да глаз. Им же нужен тоже контент. Да-да-да. Ну, кстати, возрастное ограничение экскурсии, наверное, стоит назвать 16+. Ну, я думаю, 18+. 18, да? 18+. 18+. Да, мы, кстати, время-то идет. Мы собирались еще подключить коллегу, да, Михаила, с таким современным словом «диггер» он себя называет. В переводе в буквальном с английского означает слово «копатель». Но диггеры — это люди, которые исследуют подземные пространства. Да? Более, может быть, привычно русским людям термин
спелеология, но это с более таким научным все-таки, да, подтекстом, да, да. Когда и там и строение, и все эти минералы изучаются, пещерные, подземельные. Вот сейчас наш редактор будет его подключать. Мы-то можем пока продолжать с вами, mm-hmm. да, разговаривать. На чем остановились? А, на возрастном ограничении, да. Да, на возрастном, да, ограничении. В общем, много еще работы предстоит, mm-hmm. да? И пока еще по срокам трудно загадывать, когда любой желающий сможет попасть. Ну, подземный лаз мы можем увидеть. То есть вот приоткрыть эту дверцу, там фонариком посветить, это да. То есть часть хода, она открыта, часть, которая безопасная. А часть того, что он у нас вновь выявленный, то там еще работы непочатый край. Учитывая наши многочисленные социальные проекты, которые мы запланировали на этот год, я думаю, что это только в 2024 году, но это тоже хорошо, это же юбилейный год нашего любимого города. И будет классно, если мы откроем экскурсию с подземными ходами именно в 2024. Это было бы вообще просто чудесно. Потому что в Москве, я так понимаю, много таких историй, когда и по коллекторам водят людей, и по каким-то, получается, подземным подвалам. Ну, это здорово еще. Вообще здорово, если появится. Я думаю, что да, это было такое новое предложение, которое привлечет не только наших, не только местных жителей, но и из других городов к нам потянутся. Ну, давайте Михаила подключать к нашей беседе. Михаил, добрый день, приветствуем вас. Здравствуйте. Да, добрый день. Говорите, пожалуйста, погромче. У нас здесь Ксения Логинова, Елена Конышева, ваши коллеги. Вот мы к вам как к специалисту хотим обратиться, да, как к исследователю подземных пространств. Вот вы побывали там, в этом лазе, да, как мы его назвали, этот подземный ход. Вот вы как специалист оцениваете увиденное вами, насколько это безопасно, небезопасно, куда это все ведет. Можете свою теорию высказать, для чего это все предназначалось. Михаил. Для начала хотелось бы со всеми поздороваться, кто присутствует. Так, здрасте. Это коллектор. Коллектор? Ну, то есть вот как современные коллекторы идут, это то же самое, что... Коллектор для... То же самое, что коммуникация для прокладки труб. То есть вы придерживаетесь версии, что там вода находилась, да, в коллекторе? Трубы. Или что? Трубы. Трубы находились. Так. Ну, для любого завода, как бы вот, особенно для революционного, нужна была вода. Тут изначально строился завод. У нас вот все заводы, которые есть, они в основном у нас в береговом районе на Заводской, они все потребляли воду. Вода должна как-то подаваться. На тот момент, когда они строились, уже как бы чугунные трубы использовали. Чугунные трубы надо как-то класть, надо как-то их обслуживать. Так. Они проходят там под приезжими частями, под дорогами, там, не знаю, под самими зданиями. Это неудобно. Строили такие напорные коллекторы. То есть вода бралась из реки Вятка, получается? Нет. Нет. У них был источник. Вот там вот какой-то колодец... А, вот тут сейчас к колодцу выходим. Либо вот этот странный колодец, либо то, что в центре двора отмечено. И насколько у нас... Скорее всего, то, что в центре двора был колодец. Да, насколько в Вятке вот распространена, ну, вот эта сеть, сколько там километров, метров она, сколько... Сети никакой нет. То же самое, вот как сейчас прокладывать ходы, это... То есть каждый завод самостоятельный, да, такой делал? Ну, есть... Как это? Само понятие подземный ход, это вот можно с двух позиций посмотреть. Сейчас подземным ходом называют вообще все, что угодно, что сложено из кирпича, там, не знаю, из чего-то, и непонятно для чего предназначалось. Вообще, в целом, если понимать, то подземный ход — это что-то предназначено для перехода людей. То есть вот, в центральной больнице у нас есть переходы подземные, это уже считается подземным ходом. У нас подземные ходы, именно как ходы, они существовали только вот где-то на территории в районе Кремля, потому что ну, чисто культовые там вот для кого-то, кому это нужно. Ну, вот что, на Казанске обнаружили, где она там, Казанская... Казанская, Московская, ближе к Московской улице, перекресток. Не-не-не, на Казанской, у Динамо. И на Московской. Перекресток Казанская и Московская. Это как раз у стадиона «Динамо», да, пару лет назад. Там обнаружили кирпичную кладку. Было такое. Вот это именно переход. То есть он широкий, он большой, он между домами. Там был проезд между домами, как бы заезд во двор.
И участок служителя, он этим ограничивался. Нужно было, чтобы был вот проезд, и нужно было как-то сделать переход. Надземный переход сделать не получалось логично, потому что это бы мешало проезду. Поэтому сделали подземный. Как Михаил... Вы перестали использовать. Как, Михаил, оцениваете состояние вот этого, этого пространства? Много ли усилий нужно приложить к тому, чтобы привести его в такой хороший вид, чтобы можно было туда людей пускать, чтобы они сами могли это все посмотреть, экскурсии проводить? Конкретно на Крине там нечего... Как бы сохранять и некуда экскурсии проводить. Просто показывать, как вот... Мы приглашаем, Михаил, вас на наши экскурсии. Я всегда покажу даже с тем, что там есть. Да, я тоже как экскурсовод поддержу, что на самом деле самое интересное — это история. И из любой вещи, даже из одного кирпича и сломанной плитки можно сделать интересный экскурсионный показ. Это уже умение и мастерство экскурсовода. Именно водить туда экскурсии, как бы вот... Как именно экскурсии, это просто осложняется некоторыми проблемами. Мне понравилось, как Михаил уточнит, если в Крине, а если не в Крине, то есть такая возможность? Мне сразу может такой быть, вопрос. Есть какой-то... Да, кстати, да. Хороший вопрос. Должно быть разрешение от кого-то, кому эти ходы принадлежат, и на чьих участках находитесь. Я сколько исследую, у меня вот до Крина никто как бы, никому это не интересно вообще. Всем как бы наплевать, что у них там под ногами находится. Да, ну хорошо, давайте определимся с простым принципиальным вопросом. Есть где, собственно, ходы-то, где можно экскурсии проводить? Самое интересное на территории Архиерейского дома Глобуса, где вот где действительно может быть что-то такое. Да, к подземному храму Троицкого собора бывшего. Подземный храм — это отдельная тема, он, скорее всего, не существует уже очень давно. В общем... Есть конкретное место, где он находился, конкретные углы там, где он располагался. Он сейчас расположен под домом Московской 1Б на уровне подвала. А там в подвале ничего нет, так что, увы. Хорошо, спасибо, Михаил, за ваш комментарий. Благодарим, да? Вот такую оценку. Он искушенный. Ну, видимо, сравнивает с тем, что уже он видел, где уже был. Повидал. Это знаете, как мне сейчас сказать, там вот там залезть на какую-то колокольную башню. Я уже столько перелазила, и мне такое, мне это не интересно. Особых эмоций уже хотя не хотя я вызывает, думаю, что если бы у нас побольше. Где-то в храмах были бы доступны платные возможности подняться на колокольню, многие бы захотели заплатить за это деньги. Постоянно и тут то же запрос. Самое. Сейчас ведь вообще интерес возрос. К истории родного края. Конечно. Абсолютно поддержу. Угу. И интерес именно такой, на что-то новенькое. Конечно. На нестандартные экскурсии, а вот действительно удивите, покажите, особенно если где-то это что-то с обратной стороны, под землей, под ногами, да, что-то незаметное. Это вот самая востребованная сейчас информация. Поэтому я в данном случае с Михаилом не соглашусь. Я думаю, что... объект показа будет очень интересен. Тогда повторю свой вопрос. По-моему, там до конкретики не добрались. Когда, к какому моменту вы все-таки собираетесь привести это пространство в порядок? Ну, это, туда, там, видите, да, мы предприниматели. Люди, мы предприниматели. Да. Денег извне у нас нет, бюджетных каких-то. Мы можем планировать только свои доходы. На этот год, повторюсь, что у нас уже запланированы социальные проекты, на которые мы деньги будем свои тратить. 2024 год. 2000... К 650-летию города Кирова. Думаю, что эта цифра реальная. Ксения, ваша оценка? Это прекрасно. Уже сейчас есть очень много фактуры. Я думаю, к 2024 году ее наберется настолько, что мы там по Крину, наверное, три маршрута. И еще экскурсоводов специально под это дело как-нибудь подготовим. Отучим, аттестуем и там вдесятером будем ходить. Потому что сейчас спрос огромный просто на то, чтобы узнать историю. Тем более комфортно походить по помещению, а не по улице. Поэтому я думаю, что с обретением там подземного сооружения, там технического какого-то хода, я думаю, интересы будут только больше. А с чем связан этот рост интереса? Что людей подталкивает? Им рассказывают друзья, родственники, они где-то читают в сети, видят эту информацию. Ну, это почему, как... Почему вот такое? Хорошая работа в интернете — это хорошая фотография и умение подать правильно. Еще, например, заманить какую-нибудь вкусняшечку. Ну да, вкусная картинка. В Крине есть сыроварня, мы так под экскурсию еще всех ведем в сыроварню. И получается, у человека он вроде бы идет условно на дегустацию, получает историю и такой, блин, это тоже интересно, вовлекается, хочет еще на что-то сходить. Поэтому, да, немножко таким
понятно. Тут такие все рефлексы, получается, задействованы, да. И покормили, и повеселили, экономика и показали что-то. Экономика впечатлений называется. Да, ну, это вполне себе современный подход, безусловно, который нужно продвигать и развивать дальше, конечно. Мы добрались до небольшой рекламной паузы, она продлится 1.5 минуты. Мы вернемся уже с розыгрышем призов. Это прямой, да, это прямой эфир, не забывайте. И звоните нам, отвечайте на вопросы 211-101. Продолжаем культ поход, и сейчас начнется розыгрыш призов. Список призов традиционно Светлана озвучит прямо сейчас. Да, пожалуйста. Озвучу. Мы разыгрываем пригласительное в кинотеатр «Дружба и смена» на любой фильм и сеанс. Также у нас сегодня есть пригласительные билеты в галерею «Прогресса» на фотовыставку «Первозданная Россия 6+, ограничения». И пригласительные билеты в театр на Спасской. 24 февраля в 18.00 состоится показ спектакля «Унтиловск», ограничение 18+. Также среди наших призов книги от магазина «Читай город». Елена Бриоли, «Черный как тайна, синий как смерть», ограничение 16+. Фенни Флэк, «Рождество и красный кардинал», 16+. Вирджиния Моррис, «Забота о родителях, энциклопедия ухода за пожилыми людьми», 16+. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53, и также на Волкова, 6А. Номер прямого эфира, напоминаю, 211-101. Берите телефоны в руки. Сейчас прозвучит вопрос, кто? Ксения, Елена будет задавать. Ксения, пожалуйста. Да. Первый вопрос будет звучать так. Сколько всего казенных винных складов, таких как Кринбелл, было на территории Вятской губернии? И варианты ответа. О, спасибо за варианты. Один, пять или 12? Дюжина, 5, либо 1 такой склад был. Как вы думаете? Можем вместе с вами погадать, да. 211-101, звоните. Замечательно, что Ксения вариант еще ответа дала. Да, если с первого раза у вас не получится, мы вам второй шанс обещаем еще дать, так что не бойтесь. 211-101. Сколько? 5, 1 или 12 так называемых винных складов было на территории нашего региона. Добрый день, приветствуем вас. Как зовут? Алло. Алло, здравствуйте. Здрасте. Это Александр, видимо, дозвонился, да? Александр, да. Да, я узнаю по голосу постоянного слушателя. Да, Александр, вот такая загадка. Ваш вариант ответа. Винный склад был один, и он находился в районе улицы Профсоюзной. Это так. В нашем городе. А вопрос звучал про Кировскую область в целом. Ну, Вятская губерния на тот момент. По Кировской области? Да. 1, 5 или 12. То есть вот вы назвали 1, да, еще два варианта есть. Либо 5, либо 12. Сколько слободком было, не знаю. Ну, пусть будет 5 тогда. 5. Ксения. Все верно. Да, Ксения кивнула головой. Было 5. Да, 5. Киров, Слободской, ну, Вятка, вернее, Слободской, какие еще? Малмыш. Что-то рядом с Уржумом. Александр, мы вас поздравляем. Действительно, цифра 5 – это правильный вариант ответа. Что вы... Да, к редактору вас сразу отправляем, да, чтобы... Нам подсказывает звукорежиссер, чтобы с ним вы могли определиться с тем призом, который вы хотите забрать за свой правильный ответ. Угу. У нас все вопросы связаны с цифрами. Следующий цифрами. Вопрос. Ну, вы сегодня не напрягались особо, на фактические знания. Да. Каким годом постройки датируется первый обнаруженный подземный ход Старой Вятки? И три варианта. 1910, 1850 и 1760. Обнаружили. Так. Обнаружили. То есть в каком году было... В каком году обнаружили? Или тот, который обнаружили... Датируется ход. Каким он годом датируется? Так. Тот, который сам ход, вот его обнаружили и поняли, что он в этом году построен. Ага. Давайте еще раз варианты. Давайте еще раз варианты. И будем. Так, варианты ответ у нас уже есть. Годов 1910, 1850 и 1760. То есть, если по хронологии идти, то есть сначала 1750, потом 1860 и потом уже 1910. Звонок. Да, здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло, здравствуйте, Елена. Елена, здравствуйте. Итак, у нас вопрос про подземный ход. Какого года ход, который был обнаружен? Ну, грубо говоря, к 18-му, к 19-му, либо к 20-му веку, да, относится, да? К 18-му. То есть 1750-й. Чуть-чуть. Да, у нас поправим... Чуть-чуть, видимо, на 100 лет надо сдвинуть. По правилам культпохода мы второй шанс еще даем.
Там был 1750-й, потом... 1760-й, 1850-й, 1910-й. Вот, запутали, по-моему, Золотая Елена. Середина, да. Елена. Ну вот уже подсказала, ваша тезка Елена уже подсказала, чуть попозже. Я сказала 1700, по-моему, да? Да, да. Да. Значит... Позже. 1800? И да. 50-й. Ну, в общем, следующий по возрастанию, в общем, по хронологии. Может, Ксения напомнит, что за ход-то такой? Или тоже сейчас пока не готовы. Это все на территории Старого Кремля, Архиерейского подворья. Да, Елена, мы вас поздравляем. В общем, да, выяснили мы дату самого древнего подземного хода на Вятке. Мы так у нас с первого победителя повелось, что мы сразу к вас к редактору передаем. Так что, пожалуйста, общайтесь с ним и выбирайте тот приз, который вам больше всего нравится. Еще один вопрос успеем задать. Елена, да, видимо? Да. Какая высота самого высокого места подземного хода Крина? Мы, по-моему, сегодня ее называли. Или да, это... мы сегодня ее называли. Кто внимательно слушал. Высота этого подземного сооружения. Что-то так и тянет. Варианты дать, конечно. Да. Давайте. 2 метра, 3 метра и 1,11 метра. Угу. 2 метра, 3 метра. Вы очень добрые, я хочу сказать. И резко вниз. 1,11 метра. У нас есть еще сколько у нас? 4 минуты. А, нет, простите, 3 у нас минуты есть. Даже меньше чуть-чуть, чтобы вы успели дозвониться. 211-101. Напоминаю, что если с первого раза не получается правильно ответить, то второй шанс вам даем. Добрый день, как вас зовут? Ирина. Добрый день. Да, давайте сходу отвечайте. Здравствуйте. Я думаю, 1,11 метра. Да, совершенно верно. Да, мы там в самом начале сразу выяснили, небольшие размеры у этого хода. Поздравляем вас и передаем нашего редактора. Уже с ним беседуйте, какой приз вы хотите получить. Пару минут остается. Давайте поговорим об участии вашем в конкурсе, в грантовом конкурсе «Город добрых соседей». Да, что вы хотите сделать? Вот пару минут буквально. Мы хотим восстановить сквер Крин. Этот сквер был местом отдыха заводчан. Там осталась чаша фонтана полностью стальная, что само по себе является уникальным. Обычно фонтаны делают каменными. Там удалось сохранить длинномерные деревья. Планируем благоустроить эту территорию, чтобы она была зеленым островком, местом отдыха для горожан, для жилого микрорайона Крин и для арендаторов наших зданий. Поэтому мы подаем документы на грант и очень надеемся на победу. Я выражаю благодарность жителям города, которые нас поддержали. Благодаря вообще всей вот этой поддержке мы и делаем все от нас зависящее. Были какие-то другие места, которые можно было бы благоустроить? Почему именно на скверике остановили? А были другие места, но их уже все снесли и построили жилые дома. Это единственный уголок остался живой, за который я тоже стояла до конца. Там хотели сделать стоянку, парковку, потом дорогу. Но все суды были выиграны, и сейчас мы можем уже заниматься благоустройством. В данный момент освещение восстановлено, там фонари винтажные горят, убрали поросль некрасивую, оставили только длинномерные деревья. Чуть-чуть сделаем благоустройство, альпийских горок, скамеечки, урны для раздельного сбора мусора обязательно, потому что на Крине работает программа переработки мусора. Спасибо большое. Это все реально. А фонтан будет работать? Конечно, конечно. То есть там все еще, коммуникации, все это можно восстановить? Коммуникации все украли, но мы все восстановим. Ну что ж, удачи вам в реализации ваших больших таких и смелых планов на благо города. Благодарим наших гостей Елену Конышеву и Ксению Логинову. На этом культпоход сегодняшний завершаем. Следующая программа будет в пятницу, соответственно, через неделю. Всего доброго, удачи всем. До свидания. Спасибо, до свидания. Культ.